когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Стручки и дни, стежок за стежком, шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник, моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небесах. Это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, суму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне.